Ого, бульдозер-то. Еще один бульдозер завелся у меня. Цихлиды рыли-рыли, теперь это строит. Строит чего-то. Снимаю с 2 метров. Боюсь пошевелиться. Если заметит шевеление какое, сразу замрет на месте. Выход из норки себя расчищает. Сейчас стало тепло в аквариуме. Температура содержания краба повысилась. И он сразу оживился. Сейчас целыми днями гуляет по аквариуму. Или просто так гуляет, или вот как сейчас роет что-нибудь. И вроде начал потихоньку кушать. Жалко не снять его с близкого расстояния, как следует. Больно уж пугливый. Вот прокопался нору под коряшкой. Кто-то сказал берег ему сделать, озеро. Через день у него смешается берег с озером, и все будет опять вот так же, в таком же порядке. Краб постоянно перестраивает свое жилище, постоянно что-то ему не нравится, постоянно что-то перемещает. Вон сейчас я ему положил туда опять кусочек болгарского перца с яблочком на коряшку. Но пока он не собирается их есть. Давал листья крапивы, покушал маленько. Ну все, наработался, устал. Сейчас хорошо за ним наблюдать. Он находится прямо перед моим рабочим столом. И мне его видно вот так вот. Сижу за компьютером и наблюдаю за крабом. Сейчас он хоть при более высокой температуре немного оживился, наблюдать за ним стало интереснее. И вот в этом вот аквариуме, который имеет вид болота, наблюдать за ним гораздо интереснее, чем в обычном аквариуме, где он полностью погружен под воду. А здесь он путешествует по мелководью. Пузыри пускает, что-то передвигает, все время что-то делает. О, какую охапку тащит. И как там ему ландшафт создавать, если он свой ландшафт постоянно перестраивает. То же самое будет и с помпой. Если поместить туда небольшую помпу, он точно так же ее своротит или выкопает под ней ямку, или засыпает помпу песком. Так что обычный фильтр в этот аквариум не поместить. Крабы обычно бывают, даже крупные камни сдвигают с места. Вот уже горка песка уже показывается из воды, над поверхностью воды. Все, вот последняя пригоршня уже выше поверхности воды. Похоже, он меня слышит, реагирует на звук.
на громкий. Ну вот, а там где-то под корягой он докопался уже до дна. И попробуйте, создайте ему ландшафт. Нет, друзья мои. В аквариуме с крабом размещать оборудование или пробовать выставить какой-то ландшафт совершенно бесполезно. Он все переделает по-своему. А силушки у него хватает. Это только кажется, что он маленький. Когда пересаживал его из одного аквариума в другой, так хватал меня за пальцы довольно больно, ощутимо. Не до крови, но ощутимо. И все-таки приятно наблюдать за ним. Вот я сейчас отложил в сторону компьютер и наблюдаю за крабом. Это гораздо интереснее. Маленький что-то работает, что-то делает. Вот такой трудяга живет у меня в аквариуме. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Потек этот аквариум, и появилось новое жилище для крабика. Как аквариум он уже не годится, а как полюдариум вполне пригоден. И очень даже ничего. Я имею в виду в качестве полюдариума. Площадь здесь довольно большая. Для крабика вполне большая. Потому что краб в природе, в принципе, от своего от своего домика, от своей норки далеко не отходит. А как правило, занимает какую-то норку и около нее добывает себе пищу и около нее сидит постоянно. То есть эта территория примерно такая же, как вот здесь, вот, в этом аквариуме. Сейчас эту норку расчистит себе, и это будет его ареал обитания. Передвигаются они далеко только во время миграций, когда у них бывают сезонные миграции или еще какие-то неприятности, катаклизмы. А так живут практически все время в одной норке. Вот он уже прокопал сюда хороший вход под корягу. С той стороны выход, норка у меня получилась замечательная. И корягу прикрывает, крыша над головой, защита. Реагирует на речь. Глаза в мою сторону, повернулся и слушает. Ладно, не буду его мешать. Пузыри пускает. Не будем ему мешать работать. Отвлекать. Животное отработано.